Всем привет! В этом видео я попаду на крышу ада, построю вечный огонь и случайно добуду 4 глаза Эндера. Для того, чтобы потом вернуться обратно или наоборот попасть туда, нам нужен обсидиан. Точнее мне. Обсидиан добыт. Чтобы кое-каким способом, ну точнее багом, попасть на крышу ада, надо лесенку и эндерперлы. Сначала я добуду лесенки. В роли вспомогательных блоков будет булыжник. Сейчас я добуду перл для использования того самого бага, точнее фишки. Ну и все же бага. Надо же, перл выпал с первой попытки. Ничего себе везение. Теперь нужно найти самый высокий блок, который можно вскопать до бедрока. Чтобы потом поставить туда лестницу, потом забраться на нее и кинуть перл и пробраться на крышу ада. Вот и все. В поисках самого высокого добываемого блока я еле как вспомнил то, что я забыл дома огнева, а точнее оно не сломалось. Крафтим огниво. Теперь осталось просто удачно кинуть перл и пробраться на крышу ада. Вот и все. Кстати, получилось с первого раза. Теперь нужно построить портал, чтобы потом вернуться домой. Нужно осветить портал, чтобы злые свинки не заспавнились рядом с ним и потом не было больно. Самый волнительный момент, это когда ты тэпнулся и чтоб тебя не убило. А ты тэпнулся успешно. Сейчас небольшой ватердроп с меча, который построен в честь отбития рейда. Получилось. Чуть не забыл, надо же построить вечный огонь в честь того великого пожара на другом сервере. На каком не скажу. Я не хотел вставлять эти кадры,
так как я просто бежал на них до пустынной деревни, но я встретил двух эндерменов. И посмотрите, сколько эндеров мне выпало. Глаз, точнее. С этих двух эндерменов мне выпало 4 глаза. Вот это везение. Осталось только добраться до эндер-крепости. На этом моменте видео заканчивается, так как запись почему-то сорвалась. Но ничего важного я дальше не сделал. Ждите других серий. Ставьте комментарии, подписывайтесь на лайки. Пишите подписки. Пока.